Меня знают многие. Я профессор антропологии. Знаменитый фашистский расист. Определяю, кто чист, кто не чист. Могу сказать, не глядя, кто ваш отец, кто дядя. Ариец или семит, потому как его череп звенит. Наугад беру из шкафа черепа различных рас. Поставляет их гестапо каждый день и каждый час. В свете расовой науки изучил я род людской. Дайте мне ваш череп в руки, я скажу, кто вы такой. Тема моего сегодняшнего доклада. Как ребенка воспитывать надо. Перед вами наш юный фриц, белокур, сероглаз, белолиц. Хоть сейчас ему только полгода, но он очень старинного рода. Говорят, будто все его предки были агентами контрразведки. Первый предок, Готфрид Курносый, был разведчиком у Барбароссы. А последний из предков, папа, жив поныне и служит в гестапо. Белокурая стройная дама, это фрица счастливая мама. Шить штопать она мастерит. Что вы шьете? На брюшник для фрицы. Это плачет мой маленький фриц. Я сейчас ему спою, баю, и пою. Ночь нашла, не слышно птиц. Спи, мой мальчик, спи, мой фриц. Песню я тебе спою, баю, баю и баю. Наш котенок съел мышонка, а хорек сожрал котенка, а щенок поймал хорька. Серый волк унес щенка, а охотник взял двустволку, продырявил череп волку, продал в лавку волчий мех. Ты же фриц, застрелишься! Молоденец мой кудрявый, левый, 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 левый. Баю, баюшки, баю, крест получишь ты в бою. Будешь ты фельдфебель правый, левый, правый, левый, правый. Ты в бою получишь крест, мы найдем тебе нет. Будешь ты жив, как слава, левый. Бою, баюшки, бою. Вот тебе на память, танки, 20 штук тебе даю.
Милый, вот тебе 4 пушки, чтоб стрелять в чужих собак. И 4 погребушки для психических атак. Начинается урок. Вот задача, мой сынок. Раздели кило варенья между нами пополам. Безо всякого деления все варенье съем я сам. Ты легко решил задачу. Дай еще кило в придачу. Нет. Теперь возьмем тетрадь. Будем что-нибудь писать. Перевод или пересказ? Нет, уж лучше я на вас, уважаемый мой папа, напишу донос в гестапо. Что тебе, молокосос? Я вам кое-что принес. Что такое ты принес? Разумеется, донос. Доносишь на отца? Да читайте до конца. На отца, на мать, на деда, на соседку и соседа. Мы тебя зачистим в штат и направим в детский сад. Будешь агентом по детям в отделении 33. Наблюдай. Сообщай. Ну, дитя мое, прощай. Вот тебе немного денег. Вы мне дали только пфеник. Дайте мне за мой донос хоть на пачку папирос. Господа, продолжу свой доклад. Наш юный фриц, на Геббельса похожий, еще вчера ходивший в детский сад, теперь краса фашистской молодежи. И револьвер, и нож у фрица есть. Фашистский нож. С девизом кровь и честь. Эй, позвать сюда сержанта. Пусть доставят арестанта. Как зовут тебя? Гертруда. Сколько лет тебе? 8. Кто ты родом и откуда? Я хочу идти домой. С кем в субботу на заборе ты сидела вечерком? И кого ты в разговоре называла дураком? Я в субботу на заборе? Не сидела вечерком. Никого я в разговоре не назвала дураком. По порядку на вопрос отвечай мне, арестант. Почему ты носишь косы, а на косах красный бант? Не могу я на вопросы вам ответить, милый фриц. В нашей школе носят косы очень много учениц. Очевидно, ничего мне ты не скажешь, арестант. И, пожалуйста, запомни, я не фриц, а лейтенант. Кто учил сегодня кукол говорить, что я еврей? Кто сегодня их баюкал песней Гейнела Рилей? Не хочу играть я с вами в эту страшную игру. А я хочу вернуться к вам, или от страха я умру. Я могу тебя повесить, и сестер твоих, и мать, или в лагерь лет на 10 я могу тебя сослать. У тебя под носом шишка и кривой безуброт. Так вести себя в гестапо я позволить не могу. Ой. Дайте ножницы из шкафа,
Я ей косы отстригу! Я пропускаю несколько страниц. Седьмой уж год гестапо служит Фриц. Он возмужал, пора ему жениться. О, юный Фриц, а вот невесты Фриц. Имею честь вам преподнесть цвет из нашей рощи. Здоров ли будущий мой тесть и будущая теща? Так настала наконец минута обручения. Пусть вам сначала мой отец прочтет нравоученья. Чистота арийской крови очень ценится король. Чистокровный прусский скот выше всех других пород. Все мы чтим благоговейно не Эйнштейна и не Гейна, а корову и быка. Потому что у коровы светлый ум и дух здоровый. А в Гейна и Эйнштейна ни телят, ни молока. Обеспечим все условия, чтобы отныне по корове наша кровь была чиста. Чтобы жить нам по корове и любить нам поголовье, создавая поголовье чистокровного скота. Чтоб отец, взглянув на сына, мог с достоинством сказать: настоящая скотина, целиком в отца и мать. О, вот, вот! Броню одетые войска стоят у всех границ. Война победная виска. Берет винтовку Фриц. Для чего пошли сто ноги? Чтобы топать по дороге левый, правый, раз и два. А чего же голова? Чтоб носить стальную каску или газовую маску, чтоб не думать ничего, фюрер мыслит за него. Понял ты, фельдшерль правый? Эй! Правый! Он другой? Бежит! Так на месте! Если ходишь быть солдатом, ты не думай ни о чем. Будь послушным автоматом, равнодушным палачом. Мы где? В норвежском кабачке. А что в бокалах? Рислинг. Кто там с салфеткой в руке? Лакей немецкий Квислинг. Не верь ему, он плутает листья, он перемешивает вина. Постой. Послушаем известия, ночную сводку из Берлина. Захватил наш батальон русских танков. Миллион! Мы взорвали нашей миной три линкора половиной. Наш один противогаз уничтожил весь Кавказ. За ваш антифашистский смех сейчас я расстреляю всех!
Куда попал я? В ресторан. Забыл его название. В какой из европейских стран? Я думаю, что в Дании. А впрочем, это все равно. В Норвегии, в Дании готов я даром пить вино в порядочной компании. Вы полагаете, я пьян? Давай изменникам датчан и заявляю по-солдатски не разговаривать по-датски. Ага, хранят они молчание. Видать, датчане эти струсили. Простите, сударь, вы не в Дании, а в городе бельгийском Брюсселе. Плевать! И все ли мне равно? И в Бельгии, и в Дании, в трактирах я ценю вино, а в людях послушание. Сколько статуй в этом зале? Да, не меньше сотни штук. Наши здесь уж побывали. Видишь, статуя без рук. Догола ее раздели с головы до самых ног. Эх, ни сорочки нет на теле, ни юбчонки, ни сапог. Я ее из револьвера или по лбу молотком. Знаешь, Фриц, она Венера и Милосская притом. Эту куколку Милосскую угощу я папироскою. На русский фронт поехал Фриц. Он думал, это будет блиц. Через неделю или две он обещал нам быть в Москве. Где он теперь? В каком он месте? Не знаю. Фриц пропал без вести. Но он состоял в полку СС. СС. А полк разбит. И Фриц исчез. СС. Сидели без сапог. Такой неслыханный мороз. Какой нас черт сюда занес? Армейский штаб издал приказ. Тот, кто озяб, пускается в пляс. Для этой цели в батальон прислали новый патефон. Давай его мы заведем и спляшем что-нибудь вдвоем. Еще станцуем нохэн-танц. А, вот
вам пришлось сегодня туго. Туго, 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 я, туго, родина моя. Эй, туго, туго, родина моя. Подходили немцы к Туле, да подколы мы их вдули. Туда, 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 я, туда, родина моя. Туда, туда, перевернула, туда, родина моя. Эх, подколы... Скорее, машинку, нам кто-то подменил пластинку. Ее сдадим в армейский штаб. Туда, 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 я, туда, родина моя. Я весь продрог, я так озяб. Дай мне пару рукавиц. Я не отдам тебе их, Фриц. Отдай мне муфту и пальто. Я не отдам их ни за что. А не отдашь, я донесу о том, что вечером в лесу во время вахты на пушке ты слушал русские частушки. Ты негодяй, ты дезертир. Тут мистер Швайн. Тут мистер Индир. А ну, бандиты, полно драться! Бери их в плен обоих, братцы! Вопрос, где достать мне папирос? Вам дверям нельзя курить. Дальше мне договориться. Этот зверь владеет речью, носит платье человечье, из тарелки ест обед, пьет из чашки и стакана, но он все же обезьяна и при этом людоед. Он убил людей без цели, жег, крошил и потрошил, крал детей из колыбели и в объятиях душил. Он летал на мессершмиттах, вел подводную войну, сапоги стирал с убитых, мучил раненых в плену. Много фрицев истребили мы в полях родной земли, а его в автомобиле в зоопарк мы привезли. Этот зверь четверорукой будет цел и не вреди, потому что для науки тяжкий гад необходим.